Ja zavut Shukri Avavdi, ja deputat Gorsevjeta v Nacerit Elit. Сегодня мы отмечаем Международный день солидарности с трудящимися в Тель-Авиве. Мы сегодня, арабы и евреи, будем вместе поддерживать борьбу рабочего класса для того, чтобы они достигли их права экономические и социальные. И мы будем все бороться для того, чтобы равноправие между арабами и евреями в этой стране будет достигнуто. Недавно было заявление мэра насчет того, что он, достигая этнической чистоты города, остановил рост арабского населения там. Слушайте, Габсу, мэр Габсу, напоминает такие руководители в немецкой Германии в 40-х годах, когда эти руководители говорили против еврейского народа. Так что сейчас он выступает против арабского народа. И наш ответ будет, что мы, арабы и евреи, будем жить в этом городе вместе и совместно бороться для того, чтобы мирно жить арабы рядом с евреями. Спасибо большое, с праздником. Спасибо.